Да что вы ко мне пристали с этим столом? Думаете, я ничего не понимаю? Что не нравлюсь вам? Дима, дело не в этом. Ну а в чем тогда? Не так сел, не так встал, чашку не убрал, на столе бардак. Хватит уже. Пока ты у нас в доме живешь, а не наоборот. А я не просился, между прочим. Правильно, иди в школу.